Лига чемпионов Словении и чемпионат мира в Венгрии. Международный сезон завершился. Время клубной соки на внутренней арене. На следующей неделе стартует новый сезон АМА-лиги – осенний розыгрыш. В нем также примут участие 8 команд. Это наше стабильное количество, направленное прежде всего на качество соревнования. Да, действительно, мы собираем именно те коллективы, которые готовы двигаться и развиваться вместе с лигой. 6 команд из Кишинева и 2 из Тирасполя. Из Приднестровья столицы в АМА-лиге выступят сока-клубы «Тирасполь» и команда первого приднестровского «Авангард ТВПМР». Новый сезон – новый формат. Он пройдет в смешанной форме. На первом этапе клубы будут разделены на 2 группы. Дальше плей-офф. Начнется со стадии 1/4 финала. То есть после первого этапа никто не выбывает. Будут первые команды играть с четвертыми, и вторые с третьими крест-накрест по группам. И серия будет длиться до 2 побед. Это по типу там НХЛ, НБА, да. Мы считаем, что именно такой формат, такие матчи, где чувство, скажем так, ошибки максимально обострено, да, то они вызывают наибольший как бы эмоциональный интерес как у участников, так и у зрителей. Чемпионат Молдавии по соке должен был стартовать 30 сентября. Дату первого тура перенесли на неделю. В связи с тем, что наша главная арена, да, инфраструктурное лицо, можно сказать, АМА-лиги, стадион в парке Лаизвор, будет сейчас менять опять покрытие с песка на искусственный газон, причем искусственный газон нового поколения, да, и такого типа, который, скажем так, для наших участников максимально удобен, то есть будет с крошкой для того, чтобы избежать травматизма. Работы продлятся до 3 октября. Федерация Соки приняла решение не начинать сезон на арене в Чорецку и перенесла дату старта. Матчи первого тура пройдут в парке Лаизвор 7 октября. Это пятница следующей недели.